Владимир Путин прибыл в Дагестан. Глава государства возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, погибшим в боевых действиях. Побеседовал с жителями Ботлиха и ополченцами. Также Владимир Путин в рамках визита в Дагестан встретился и поздравил с победой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Все подробности у Умы Ибрагимовой. Спустя 20 лет по этому же поводу, но уже чтобы поздравить с памятной датой, прибыл в Ботлих Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к мемориалу и почтил память погибших на поле боя. Уже после, около получаса, Владимир Путин беседовал с местными жителями и ополченцами, пообедал вместе с ними и выполнил то самое обещание, которое он дал 20 лет назад – выпил за победу. Пахрудин Асадов был командиром ополчения в 4 селах Ботлихского района. Мужчина рассказывает, как тяжело приходилось жителям еще 20 лет назад. И тогда, вспоминает Пахрудин, Владимир Путин, будучи еще исполняющим обязанности председателя правительства России, дал им обещание. Свое обещание выполнил. Видите, у нас газ есть, хорошие дороги есть, все хорошо. Особое внимание в Ботлихском району есть. Потому что, можно сказать, он свою карьеру, можно сказать, отсюда начал. Начал 20 лет назад. Глава государства отметил, что Ботлих развивается, и поделился с жителями планами по развитию местной инфраструктуры, после чего сфотографировался с местными жителями и ополченцами. Уже ближе к вечеру Владимир Путин вместе с главой Дагестана встретился и с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, защитившим недавно свой титул. Глава государства в первую очередь поздравил с победой отца спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова, затем самого чемпиона. Он отметил, что бой был достойный и соперник оказался сильным и крепким. На что Хабиб Нурмагомедов ответил, что на этот раз соперник выдался еще и уважительным. Победа убедительная. Я посмотрел, видел. Молодец. Спасибо. Хороший, удушающий привет. Ума Ибрагимова и Марьяна Масуева. Время новостей.